Вам не надоели устаревшие лаунчеры для Майнкрафта с сомнительной репутацией? Мне надоели. Так что предлагаю попробовать тебе новый лаунчер под названием K-Launcher. Отличительная черта лаунчера – это бесплатные HD, скины и плащи, современный дизайн сайта и лаунчера, система уровней и достижений, за которую вы будете получать денежное вознаграждение. Для любителей модов в лаунчере есть более 100 тысяч различных дополнений. Переходи на K-Launcher со своего старенького лаунчера прямо сейчас и получай бонус при регистрации по промокоду KL2023. Ссылка на K-Launcher будет в описании ролика. И помни, что игра с устаревших лаунчеров небезопасна для твоего здоровья. Всем здравствуйте. В общем, что у меня сегодня? Я только проснулся, потому что, ну, а чё? Вита поехала покупать вещи, поэтому они сейчас трусы выбирают. Сегодня, что у нас по расписанию? 15 сентября в 3 часа до 3.50 у меня автограф-сессия в контент-зоне, второй этаж на Комик-Коне. Поэтому я иду в душ, кушаю и лечу на Комик-Кон в эту же секунду, буду там до самого конца. Поэтому, если кто-то не знал, что у меня автограф-сессия и кто будет на Комик-Коне, теперь знает. Зато я хотя бы выспался. Ну так, если бы опять не соседи. У меня проклятие. Меня везде достают соседи, где бы я ни был. Меня в Турции доставали соседи. Меня здесь достают соседи. Меня дома достают соседи. Меня везде достают соседи. Соседи. Писал, что я Эдисон 2.0. Ребята, это же Комик-Кон, да? Логично. Ну, типа, почему вы так быстро отгадали? Типа, ну, блин, ну, типа... Здравствуйте, Эдисон 2.0. Ладно, слушайте, ну, Эдисон блондин, конечно, такого еще не было, да? Просто так. Мне осталось накраситься только, чтобы хотя бы адекватно выглядеть, а не с этими синячками под глазами. А так да, Эдисон 2.0. Всем доброе утро. Так вот вчера толчок за хану получается. Сказал тебе, сказал, будь тихо. Так что рассказывай. Хороший кружочек получился. Да. Что там, продавчок? А, ну я тоже сейчас захожу, короче. Мы приехали! У вас тут весело. Зенни, я думал, мы потеряли вас всех! Я думал, я потерял его! А я его не потерял, смотрите. Это моя тачка новая. Я смотрю, там мужчина запереживал, куда ты до него. Ой, не моя получается. Я нафиг перефоткался уже, наверное, с 50 подписчиков. 50. Где вы были? Я тоже всех потерял. Кстати, где все остальные? Я не знаю, я всех потерял. Что происходит? Экзамен, можно с вами сфоткаться или нельзя? Здравствуйте, вот, конечно, можно. Все, вот, идите, все. Умейте, Ютуб. Да. Все, друзья, мы уже пришли на Комик-Кон. Вот Леночка. Вот Комик-Кон. Сейчас будем ходить гулять. В каждом слове в конце ас. Ас, ус. Ас, а если ты комнату соберешь, а сусас? Да тихо! Спрячь! Ты что, их звонил? Спрячься, мы с тобой не общаемся, что перед подписчиками палиться. Тихо! Ой, я падаю! Да тихо! Я вам сейчас покажу. Это его кружок. Скажи что-нибудь в свой телеграм-канал. Дай мне подмышки, пожалуйста. Не могу. Смотри, я буду на сцене выступать, прикинь. Меня ждут, меня любят. Офигеть.
галочкой. С галочкой там, 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 это. Можешь сфоткать? Да. Тебе нет. Мне нельзя. У вас специально нельзя. А вы все кто? И почему вы меня окружили? Короче, мы здесь с Витой сидим. Еще это какой-то трэш. Людей обопает много. Вообще, просто трэш. Поймите, пожалуйста, еще пока весь не начнет, пока вы не двинетесь, не начнет работать. Нам пришлось уйти. Нас выводили просто под ручку с охраной. А у меня это. У меня автограф-сессия должна была быть 50 минут. Она была 20 минут, к большому сожалению. Людей просили отойти, потому что там было очень душно. Одна девочка упала в обморок из-за этого. Поэтому автограф-сессию сократили в 3 раза. После этого люди начали ломиться на сцену, хоть как бы, ну, там очередь. Вы просто станьте в очередь и ждите, когда, ну, до вас она дойдет. Все посчитали то, что можно просто друг на друга прыгать, и так будет хорошо. И мне обидно только из-за того, что я не смог сфоткаться со всеми. Только потому, что я фоткаюсь с одним, со спины мне говорят, а можно сфоткаться? А потом слева мама чья-то кричит, а почему ты с ними фоткаешься, а не со мной? И... А мне что делать? Я как бы еще туда приду, еще там погуляю, пока не понимаю как, но как-то нужно будет, вот. Хотелось бы, конечно, попросить, чтобы это было чуть-чуть поспокойнее, но это невозможно. Поэтому, кто залетал на сцену без разрешения, если у вас не получилось сфоткаться, сами виноваты. Я-то тут ни при чем. И организация ни при чем, потому что там из зала кричали, плохая у вас организация. Не организация плохая, а просто люди не понимают, как надо себя вести. Там был утопия-шоу, и нам рассказали то, что он находился в какой-то комнате за стеклом. И стекло начали фигачить, что там почти его разбили, то, что там трещины появились. Ну. О чем тогда говорить? Да, насчет того, что типа что вмешалась организация. Во-первых, да, меня спросили, буду ли я завтра. Я, по-моему, сказала четко, что буду завтра и послезавтра. Не знаю, как человек сейчас прослушал, конечно, кружочек, непонятно. Вот, а во-вторых, насчет того, что почему вмешалась организация, потому что поставили вот эти стоечки, ленточки, люди не понимают, что за них нельзя заходить. Поставили стулья, чтобы люди не заходили за, ну, за нужную зону. Люди все равно шли как бы через эти стульчики и пытались пройти на сцену вне очереди. То есть, ребят, ну, если бы вы соблюдали очередь, нас, ну, не пришлось бы нас выводить. То есть вы бы каждый просто по кругу бы прошелся бы, со всеми сфоткался. Вот, и, блин, и нормально. Но из-за того, что устроили толпу, вот из-за этого как бы пришлось мешаться, потому что сказали четко, вот, не заходить, все заходили. Блин, ребят, пожалуйста, если будете завтра, пожалуйста, ну, будьте адекватней. Пожалуйста, просто будьте адекватней. Если вам говорят, ну, отойдите или попозже подойдите, ну, пожалуйста, ну, просто, ну, по-человечески. Мы же все-таки люди, а не роботы. Не мешай, мы записываем кружок. Спасибо, Харель, что обучаешь меня на стримах. Сила джедая все же пригодилась. Мы дома. Стася. О, я жирная и некрасивая. Немножечко сошли с ума, у меня болит. Слушай, сошли с ума, ты видела? Я тебя перестану втягивать, ты видела, мой жирок. Я ща как лягу здесь на полочку. Нервы. Нервы я, никто не спит. Ну, еще рано спать. Ага. Спать рано. Короче, я лежу. Ребят,
Извините, но у меня ноги просто отказываются ходить.